Окей, всем привет, с вами Гантриус, и мы продолжаем играть в Kingdom Rush Castle Blackburn. В прошлой серии мы победили босса, перепрошел уровень, короче, и у нас открылся новый челлендж. Так что давайте начнем. Так, ставим вот это, вот это. Я не знаю, как я сейчас опять буду сражаться, потому что, ну, это Хайрук челлендж, и это слон, на самом деле. Особенно играть на медиум, или какой там, я не помню, как называется. Фух, так, пусть у нас персонаж дойдет. Конечно, он реально медленно очень, но он жесткий. У него много хп, и у него, в принципе, неплохой урон. Так, и тут эти челики, они опасные. Но пока что нормально. Значит, сейчас будем копить, короче, на новую башню вот здесь. И будем еще вот это прокачивать. Потому что будет отлично. Пока что не переживаем, все отлично. Так что не переживаем, все отлично. Черт. Не... Удача. Так, ладно, не сдаемся пока что. Пока что задерживаем их, потому что, ну, я не позволю. Извини, братишка, но не сегодня. И вы тоже никуда не пойдете. Так. Улучшаем. Так, что-то как-то плохо идет, конечно, у нас. Но не отчаиваемся. Так, не отчаиваемся. Пока что все окей, я так думаю. Угу, все окей. Блинский. Что-то как-то я даже не ожидал. Так, если замочит, так что да. Надо бы улучшать. Пока что только улучшаем вот это. Можете, в принципе, пользоваться этой тактикой, в принципе. В принципе, можно. Она довольно неплохая, так что да. Окей. В принципе, наш персонаж, в принципе, вообще отлично. Конечно, эти челики восстанавливают себе хп, но кому это нафиг нужно? Very Wolf. Фу, жестко, конечно, жестко. Нашего героя 5 уровень. Отлично. Так что все отлично, ребята, все отлично. Я так до сих пор не понимаю отсылку вот это по салке. Не понимаю, к чему это вообще. Возможно, у Kingdom Rush свои были какие-то загадки, догадки. Кстати, тут какой-то щелик обитает. Я не знаю, кто, да и что. Ну, ладно. Докинем до кучи. И здесь поставим тоже Теслу, наверное. Хотя, Fallen Knight и Spectral Knight. И это довольно плохо. И тут опять скелетоны. Ладно, продолжим. Вот, собственно, эти челики идут. Так что, да, я думаю, все-таки стоит, наверное, поставить. Только вот что именно.
Эх, ладно. Придется жертвовать, наверное. Хотя нет, на скелета как-то жалко. Жалко как-то. Так. Не, в принципе, они довольно справятся быстро, наверное, я так думаю. Потому что, ну, они должны. А если не справятся, то будет печально. Поставим так чисто для защиты. Так, отлично. Знаете, у меня такое ощущение, как будто я заболел. Ну, такое немножко. Ощущение небольшое. Так, ладно. Уже тратим на все по максимуму, потому что, ну, жертвую чем можно. Мне пофиг. Я жертвую, что хочу. Ох, ё-моё. Чувствую, у меня очень плохие догадки. Блин, зачем я пожертвовал? Ну, всё, теперь жопу не точно. Хотя... Кто знает? Так, окей, пока что справляемся. Пока никаких проблем нету, вроде бы. Так, окей, пока что они задерживаются, так что все отлично. Так, ладно. Это, в принципе, довольно было просто, я так думаю. Мы победили уже. Да? Хотя да. Ну давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ужин. Скажи уже, что мы победили, давай. Вот и все. Это было довольно... просто. Всем пока.